Резонансный инцидент произошел в Белгороде. 15-летней пассажирке пришлось побираться в салоне автобуса. У девушки не сработала карта оплаты проезда. Причиной этого стал неисправный терминал. Наличных у школьницы с собой не оказалось. Увидев это, водитель заблокировал двери и выключил двигатель. Он заставил девушку ходить шапкой по салону, чтобы собрать у пассажиров деньги себе на билет. Одна из женщин заплатила проезд за школьницу. После этого водитель открыл двери и выпустил пассажиров, которым нужно было выходить на этой остановке. Мать девушки сообщила, что она вернулась домой в слезах и была очень напугана. В Белгороде это не первый случай, здесь нередко возникают неисправности у терминалов, и водители блокируют двери, пока проезд не будет оплачен. В Англии 12-летний мальчик решил стать самым юным трансгендером. Недавно униженная продавцом девушка устроила истерику в магазине. Ранее в Забайкалье произошла серьезная автокатастрофа.